13 марта 2015 года Верховный суд Российской Федерации, вот это документ, вот, вынес свое постановление, в котором четко и ясно сказано: сведений об официальном опубликовании приказа Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 22 апреля 2011 года номер 62 материального дела не содержит. При таких обстоятельствах, это говорит Верховный суд Российской Федерации, названный акт с учетом требований правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, их государственной регистрации и положения о зонах охраны объектов культурного наследия, памятников культуры народов Российской Федерации применению не подлежит. На всех будем подавать в суд, на всех. А на кого еще можно? Министерство культуры, силовики, кто там участвовал, даже на администрацию, они же у нас отбирали разрешение на строительство. На них тоже будете подавать в суд? А приходится подавать, они же убытки нам нанесли. Сейчас в городе никаких охранных зон не существует. Нет. Вот решение Верховного суда.